И сколько там сейчас народу? Сразу все? Ноль? Тогда пока рано. Верить глазам и ушам, больше мне в карман.
вечер, дорогие друзья. Волжские рассказы. Это мы играем в преддверии даты. Какого числа? 15 августа, правильно? Да. Да. Че, поехали, че дальше? Давай группу. Давай. Ту-ру-т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 у-ру
Давай, стук. О-о-о. Давай, надо темп. Какой там? Говорит, можно же стойку пониже сделать? Не, я же специально, чтобы у меня вот так было похоже. Тембр, чтобы. Очень голос похож на твой, пишет. Да? Вот я специально, это все из-за микрофона. Вот я обычно вот так вот разговариваю. Давай, что еще дальше? Еще третью песню, перекур, и потом дальше еще... Четвертая получается. А, а вот это. We'll be right back.
звонишь мне каждый день. Я не знаю, как мне быть. Я не знаю, как мне дать тебе понять, что я уже не тот. Раньше я тебя любил, но сердце больше не поет. Чуть-чуть. Так, еще.
что там не сыграли. Куда надо сыграть? Пустынной улицей твоем с тобой куда-то мы идем. А я курю, а ты конфетки ешь. Светят фонари давно. Говоришь, пойдем в кино, а я зову тебя кабак, конечно. Восьмиклассница. Говоришь, что у тебя по географии края, а мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя кто-то получился нет. Многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. Ты идешь в магазин,
свет. Чистый горный родник, она где-то лежит, без мед и пьет аспирин. И вот ты идешь на вечеринку один. Солнце светит и растет трава, а тебе она не нужна. Все не так, и все не то, когда твоя девушка больна. На вечеринку один, когда твоя девушка больна. На вечеринку один, когда твоя девушка больна. Да, так пару человек написали. Че написали? Типа, не притворяйся, ты же просто, типа, не играешь. Ладно. Даник.